Зелененькое кольцо с номером 25. Еще один покуситель на наших сов неясностей. Что, Марош, птиченька? Где ты там? Птиченька, синиченька. Пойдем тебя выпускать, да? Веном. Тебе понюхать дать? Нет, трогать нельзя. Только можно смотреть. Это красивое. И не рыбов. Ну, простите. Пойдем. Выпускаем только синичку, а не кошку-морошку. Ну, тебе знакомо это место? Да? Давай. Да стой, встань. Все, иди. Можно было бы и не материться. Почти все съели. Ой. Воробьиное щебетание. Что-то обсуждают, на кого-то ругаются. Кто-то их с кучки согнал со зерном. Они теперь очень недовольны и затихли. Утешно. А я тут вон что. Опять кучки приделываю. Еще бережок. Глина, вон еще какой слой глины. Вот я потихоньку вожу. Вот, делаю всякие стеночки подпорные.